Всем привет, на связи Бункер. У нас в работе автомобиль Лада Гранта, который приехал к нам с ранее установленной охранной системой, которая комплектуется вот таким вот брелком меткой. Скажите, сколько раз у вас было такое, что в вечернее время, в дождливую погоду, при выходе либо посадке в машину вы наступали в лужу? Неприятная ситуация, согласитесь. На этой машине мы учли этот момент и встроили светодиодную подсветку в зеркало заднего вида. Она будет включаться, когда владелец будет приближаться к автомобилю, а подсветка ручек добавит автомобилю индивидуальности. Что ж, покажем, как это работает. Ситуация первая. К припаркованному автомобилю подходит владелец. Имитируем это. Достаем метку. Автомобиль встречает его, включая подсветку. Открываем автомобиль. Тут владелец может спокойно посадить ребенка в детское кресло, либо положить сумку. Подсветка выключится только тогда, когда она не нужна, после того, как владелец сядет за водительское место. Ситуация номер два. Мы подъехали к месту стоянки и выходим из автомобиля. Автомобиль включает подсветку, провожая владельца. Закрываем автомобиль. Подсветка выключится тогда, когда владелец пойдет по своим делам. Имитируем это. Прячем метку. Подсветка отключилась. Вот так с небольшими доработками пользоваться автомобилем стало комфортнее. Хочешь так же? Скорее звони к нам. Мы подскажем, как это можно применить к твоему автомобилю. До связи.